Полное описание и точная дата выхода 5 и 6 серии нового российского сериала «За счастьем». 5 и 6 серии сериала будут выходить на телеканале «Россия-1» 7 июля. 5 серия. Внук бабы Али, Стасик, решает сдать ее сарайчик в два раза дороже. А Диане, Насте и Ирине велит съезжать. Диана помогает своему новому знакомому, горе-бизнесмену Мите, возродить его убыточное кафе. Женщины, кажется, наконец вышли на след Альфонса. Они уверены, что это человек, которого они хорошо знают. 6 серия. Баба Аля влюбилась в нового постояльца, бывшего пожарного. Она просит Диану помочь ей преобразиться, чтобы выглядеть моложе. За Настей ухаживает стоматолог Артур. Он предлагает ей поработать его ассистентом. Тем временем, женщин опять кто-то обворовал. Напомним, 5 и 6 серии сериала будут выходить на телеканале «Россия-1» 7 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.